Сегодня мы рассмотрим два узора для пуловера. Это у нас основной узор, а это декоративная часть, это плечо. Узор легкий, несложный. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 9 петель на 2 ряда. Для примера нам надо набрать 25 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Держим петельку плюс 2 воздушные. Ту петлю, которую держали, провязываем столбик с накидом. 1. И в следующую петлю заходим и провязываем столбик с накидом. 1. Начало есть. Теперь нам надо провязать 3 столбика с накидом с одной вершиной. 1 воздушная. Заходим в следующую петлю, не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. В следующую петлю заходим, не довязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. И в следующую петлю заходим и провязываем, не довязываем столбик с накидом. На крючке 4 петли, провязываем все одной петлей, 1 воздушная. Далее мы провязываем 6 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1 воздушная. Провязываем 3 столбика с накидом с одной вершиной. 1 столбик. Не довязали. 2 столбик с накидом. Не довязали. И 3 столбик с накидом. На крючке 4 петли. Провязываем все одной петлей. 1 воздушная. 6 столбиков с накидом в каждую петлю. Далее 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1 воздушная. Далее мы вывязываем 3 столбика с накидом с одной вершиной. 2, 3. На крючке 4 петли. Провязываем все одной петлей, 1 воздушная. И в конце ряда мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1. 2. Первый ряд связали. 2 воздушные. Переворачиваем работу. Столбик в столбик. Первый столбик не трогаем. Нет. Все трогаем. Столбик в столбик провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 1 воздушная. В предыдущем ряду у нас было 3 столбика с одной вершиной. Мы заходим в макушку этого элемента и вывязываем 1 столбик с накидом. 1 воздушная. Далее 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 1 воздушная. Входим в макушку столбика с одной вершиной и вывязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная. Далее мы провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 воздушная. В макушку входим. Вывязываем 1 столбик с накидом, 1 воздушная. И в конце ряда у нас 2 столбика с накидом. 1, 2. Второй ряд связан. Вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь у нас в предыдущем ряду мы вязали 1 столбик с накидом. Мы набираем 1 воздушную, заходим под арочку, вывязываем столбик с накидом, оставляем на крючке 1. Теперь нам надо связать 1 лицевой рельефный столбик. Как мы это делаем? Мы делаем накид, заходим под столбик, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Заходим в арочку и вывязываем обычный столбик с накидом. На крючке у нас 4 петли, провязываем все одной петлей, 1 воздушная. Мы как будто шишечку связали. Далее мы вывязываем 6 столбиков с накидом. 1 столбик, столбик. 2, 3, 4, 5, 6. Итак, 1 воздушная. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. Вывязываем рельефный лицевой столбик. 1. Заходим в арочку, вывязываем столбик. Оставляем на крючке. Вяжем рельефный лицевой столбик. Оставляем на крючке. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. На крючке 4 петли, провязываем все одной петлей, 1 воздушная. Далее мы вывязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вывязываем элемент. Заходим под арочку, вывязываем столбик с накидом. Оставляем на крючке. Лицевой рельефный столбик провязываем, оставляем на крючке. Заходим под арочку, вывязываем столбик с накидом, оставляем на крючке. На крючке 4 петли, провязываем все одну петлю, 1 воздушная. В конце ряда 2 столбика с накидом. 1, 2. Третий ряд связан. 2 воздушные, переворачиваем работу. Вывязываем столбик в столбик. 2 столбика с накидом. 1, 2. 1 воздушная. Мы только что, вот где провязали 3 столбика с одной вершиной, сюда мы заходим в макушку и вывязываем 1 столбик с накидом. 1 воздушная. И далее мы вывязываем 6 столбиков накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Так, это у нас изнанка. На изнанке у нас всегда будет одна воздушная. Идем в макушку элемента из трех столбиков с одной вершины. Вывязываем столбик с накидом. Одна воздушная. И далее 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна воздушная, мы помним, идем в макушку, вывязываем один столбик с накидом. Одна воздушная, в конце и в начале ряда у нас всегда два столбика с накидом. 1, 2. Четвертый ряд связан. Две воздушные петли. Давайте вот раппорт узор, смотрите на схему. Раппорт узор у нас второй и третий ряд. Мы сейчас второй ряд связали и вяжем третий по схеме. Два столбика с накидом. 1, 2, 1 воздушная. Заходим под арочку, вывязываем один столбик. Не довязываем, оставляем на крючке. Заходим под столбик предыдущего ряда, вывязываем лицевой рельефный столбик, оставляем на крючке. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. На крючке 4 петли, провязываем всю одну петлю, 1 воздушная. Дальше 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Теперь у нас вот опять этот элемент. Мы одна воздушная. Заходим под арочку, столбик с накидом оставляем на крючке. Один лицевой рельефный столбик оставляем на крючке. Заходим в арочку, столбик с накидом. На крючке 4 петли провязываем одной петлей, 1 воздушная. Далее идет 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна воздушная. Заходим под арочку, вывязываем один столбик с накидом, оставляем на крючке. Дальше заходим под столбик, вывязываем лицевой рельефный столбик, оставляем на крючке. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом, оставляем на крючке 4 петли, провязываем все одной петлей, 1 воздушная. Далее у нас 2 столбика с накидом. Пятый ряд связан. Для вязания образца второго рисунка, второго узора этой модельки, нам надо набрать 31 воздушную петлю. Набираем 3 воздушные петли подъема. Ту петлю, которую держали, провязываем 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 2, 3, 4, 5. Вот так. Связали, набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую, вывязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
девять, десять, одиннадцать. Набираем 5 воздушных петель. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. И вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Первый ряд связали. Три воздушные. 1, 2, 3. Вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3. 4, 5. У нас край, да? 5. Набираем 5 воздушных петель. Присоединяемся в первый столбик без накида предыдущего ряда столбиком без накида. Набираем 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Цепляемся в конце. Вот в конце. В столбик без накида, столбиком без накида. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Третий ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Вывязываем столбики в столбик, вот эту группу, как она есть. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь заходим столбик в столбик предыдущего ряда, вывязываем столбик без накида. В арочку вывязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цепляемся в столбик без накида предыдущего ряда столбиком без накида. 5 воздушных петель. 4, 5. В конце ряда вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой ряд связан. Такая дырка получается. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем работу. Вывязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4,
5 воздушных петель. Смотрите, да, на схему 5 воздушных петель плюс 3 петли еще. Теперь тут отсчитываем 1, 2, 3. Заходим в четвертый столбик и вывязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 1. Три воздушные петли. Смотрите схему. Потом плюс еще 5, 3, 4, 5. В конце ряда мы вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой ряд связан. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем работу. Вывязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Столбик, столбик. 5 воздушных петель. 1, 2, 3. Теперь заходим под арочку, вывязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Заходим в арочку, где у нас было между двумя столбиками с накидом, и вывязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в следующую арочку, вывязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Вот что у нас получается. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Седьмой ряд связали. Ну, это не седьмой ряд, а на схеме это шестой будет. Просто я считала вместе с воздушной цепочкой. 3 воздушные петли мы сейчас с вами провязали. Пятый ряд получается по схеме. Сейчас мы будем вязать шестой ряд. 5 столбиков эти вывязываем как 5 столбиков. 3, 4, 5. Теперь набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Первый, вот сюда, в первый столбик без накида. Мы цепляемся столбиком без накида. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепляемся вот сюда, где у нас было 3 столбика без накида. В первый цепляемся столбиком без накида. 1, 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Вывязываем 5 столбиков с накидом в конце ряда. 1, 2, 3, 4, 5.
3 воздушные петли и вывязываем 7 ряд согласно схеме. 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Цепляемся в столбик без накида столбиком без накида. Заходим под арочку, вывязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Двигаем. 8, 9, 10, 11. Столбик без накида предыдущего ряда. Цепляемся столбиком без накида. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И 5 столбиков с накидом. Мы вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы связали образец согласно схеме. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Далее мы будем вязать второй ряд по схеме.